What's up, guys, меня зовут Марко, вы на канале Чирков Стрим. И это четвертая серия прохождения Outlast. Погнали. В предыдущей серии мы с вами убегали по канализации от толстого этого чудика. Вот. И нам сказали, чтобы мы выбирались из канализации. Так, надо отодвинуть эту штуку. Так, красопетка. Чё такой-то он грустный? Приуныл. Интересно, а сколько он... Ох, ебать. Так, здесь нету ничего. Что-то мне подсказывает, что мы будем убегать скоро, нет? Нет, беги, беги. Нет, ладно. Там кто-то ломится и кто-то орет. Мне это не нравится. Идем наверх. Нам ключ нужен. Нам нужен ключ. А где его достать? Здесь у нас только фотоаппарат. Что, сдвинем? На свой страх и риск. А что делать еще? Придется делать. Придется сдвигать. Давай. Так. Походу здесь опять. Здесь опять надо бегать. От кого-то. Закрыто. Ой. Хорошо. Если есть такие проходы, то о, вот это... Так, пошла музыка, все. Пошел экшен. Тараканы ползают. Батарейки обязательно. Сюда я не могу пройти, да? Так, отлично, папочка. О, фу. Так, он запишет что-нибудь, нет? Прямо звук такой. Ух. Давай прочитаем. Отчет об издержках проекта Вальридер. Отчет о состоянии пациента составлен Риком Трагером. Этот пациент тоже не выжил. Тысяча извинений, я старался как мог, но я же доктор, а не чудотворец. Да и доктор из меня тот еще, сказать честно. Ну так или эдак, кому-то надо срезать жир с этого злополучного Вальридера. Мы теряем деньги с тех пор, с тех самых пор, как все пошло наперекосяк с этим малышом Билли. Но я ухитрился сократить штат на 80 человек. Что означает экономию на зарплате сегодня и на всяких страховках и пенсиях завтра. Я тут много чего понял про биологию. Я раньше был не особо уверен, но теперь могу точно сказать. Человек не может жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Живи и учись. Еще человек не может жить без мозгов, без головы. Блядь. Стремная хуйня. Все, давай. Заползай. Ну что там кто-то за ширма был? О, лишь бы не это, не пиздануться вниз. Ух ты, бля. Надо быстрее отсюда.
Ах ты, блядь, да, да я понятно, что это эксперимент. Ах ты, иди нахер, а! И ты еще иди нахер, а! Ах ты ж, елки, а! Давай, 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 давай. Нам, по идее, сюда надо, да? Да ты чё, ты охренел, что ли? А он опять сейчас опять нас заденет, да? И ты нахуй иди. А ты вообще нахер иди. Все, все, пизда. Он... Откуда у них нож? Почему у меня ножа нет, а? Тупое говно, тупого говна. Не, ну я понял, тут надо все быстро, тут вообще нет времени тупить. Надо делать все быстро. Блять, а надо до конца его, да? Побежали. Побежали. Закрыли. Давай. Вот так вот. Нам надо их задержать. Нам. Так, мы знаем, куда идти. Ух ты ж, ёпта! Ебаный, не смог меня взять. Фу. Но чем дальше я прохожу, реально тем меньше начинаю бояться, но все равно боюсь. Мне просто еще не особо нравится от них убегать. Ну все, здесь я, короче, все потрачено. Нет? Нет, не потрачено. Вот еще не потрачено. Мы еще можем что-то сделать. Ага, блядь, вас вообще тут трое, да? Нихера вы, блядь, даете, а? Так, бежим обратно. Надеюсь, ага. Ну все. Все, меня ёбнули, нет, да, да, нет. Нет, да. А чё так медленно-то, а? Ну все, хорош. Ну давай. Хоп! А как жизни-то восстановить, а, ребят? И вообще, вопрос просто на миллион. Как от них убежать? Ну точно не сюда, все пизда. Ну короче, все. Все пизда. Ну давай уже, давай. Ну давай. Да иди ты нахер, а. У меня слишком живучий персонаж. Я бы на его месте ебучку бы сдал нахуй пару раз и все. Так. Чё ж делать, а? Я знаю уже, как бежать, что вообще делать, но... Просто надо понять, что здесь сделать. Вот. Пошел ты нахер, козел. Вс.
все. Ну блин, а почему? Здорово, брат! Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio. Блин, ну этот тип не такой страшный, okay, он хотя бы базарит. У него еще лысина красивая. Чем-то накачивают. Вот, на улицу, давай, не, почему? Да, пошли на улицу, давай подышим. Пойдем. Так вот именно я хочу run free. No? Those are the grindstone, I like that. Okay, then, right this way. А мы были так близки. Он с голой жопой. Чел с голой жопой ходит, блядь. Передники. Ужас. У Никиты трубки, блин, что? Ему вообще не больно с этими трубками, кажется. Ну ладно, поехали, вези меня. Мне кажется, я не первый, кого он катит так. Этот после дискотеки сразу видно. Там что за красавец лежит. У них как будто бы это вебкам-студия какая-то там. Свет, кровать, бля. А я могу взять камеру? Нет, не могу. Ты камеру-то, брат, не просрал у меня? Вот, да, отдай мне ее. Так вот для чего камера, я же говорю. Какая-то вебкам-студия. Это вкуснота, тараканчики. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his... holier-than-thou Bible-thumping. Он привез нас в туалет, чтобы над нами издеваться, да? Ой, брат, копыта-то подстриги, ты чё? Ты чё, девки любить не будут? Лучше бы ты ногти играть, чем такие с такими ходить, как Баба-Яга. Не, а вот с этой херней ты завязывай. Murder. And it is the simplest form, but what happens when all money is gone? Money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you... Он, знаешь, он как вот этот... You paying attention? Как маленький мальчик, который там типа, смотри, у меня такая машинка есть, у меня такая машинка есть. А у меня такой ножик есть, у меня такой ножик есть, а вот этим я сейчас тем пальцем нахуй отрублю. Все, брат, без пальцев. Ля, жесть. Как он на балалайке-то теперь будет играть? Давай. Все. Камеру забери обязательно. И блевание обязательно. Это вообще, это было обязательно. Ну все. А чё ты забрал-то? Я бы у тебя... Ну ты пальцы забрал, но не одолжил мне свои эти штуки. Вот, кстати, об этом... О чуваке, который... Я тебя сниму, брат. Like
Там уже ничего, там уже светло. Мы только что проходили, там темно было. Ужас. Нужен ключ. Какой, блядь, ключ? Какой ключ? Какие ключи? У меня нет ключей. Идите нахуй. Дайте мне ключи, я пойду отсюда. Так. Не, ну это не серьезно. А где ключ-то достать? Мне нужен ключ, верно? Верно. Чтобы достать ключ, мне нужно... Куда мне нужно пройти? Ох, ёлки-моталки, а! Ну, закрыто! Это стоило понимать. Тут закрыто. Друг наш вот здесь вот, скорее всего. Да, нет. Ну да. Где-то испарился. Здесь решетка. Здесь тумбочка. Ну так а где я? Как туда пройти-то? Никак. Все, 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 не стани. Сам боюсь. Ну а куда идти-то? Вот, реально, куда идти? Здесь все закрыто. Здесь тоже все закрыто. Ключа нет у нас. Дайте. Ну хорош, ну хорош стана. Ну... Так, а у этого ключа нет случайно? У этого ключа здесь нет, нет. Этот устал, наверное, уже. Так, ребят, короче, надо что-то зашкириться. А нет, не надо зашкириться. Короче, сейчас я поброжу и вернусь к вам. Короче, ребят, тут все было очень просто. Я просто слепой, как оказалось. Также я покопался в настройках и заметил, что я играл с выключенными субтитрами. Заранее откроем. Так, уже хорошо. Надо же как-то сматываться, да? Да. Так, здесь, я так понимаю, можно спрятаться. Мы не пойдем. Нам нужно забрать карточку. Oh,
What are you trying to do? I'll give you a chance, man. You know, try it. Well... Так. Какого хера он сюда-то идет, а? Иди отсюда. Иди, иди ногти подстриги себе лучше. Вот, все хорошо. Он ушел. Он ушел. Он ушел, он ходит с голой жопой, а мы ходим за ним. Ох. Сейчас готов. Нам нужно найти ключи. Нам нужно очень сильно постараться, чтобы не попасться ему, и найти ключи. Я слышу сердцебиение нашего героя. Ладно, чтобы вот этот нас не заметил. Так, он походу сюда идет. Нет. Музыка слишком такая жесткая прямо. Чисто на смело выйдем. Так. Давай, давай, давай. Прячься. I need you to be working with me here, buddy. Hey, nobody likes a quitter. А вот хуй тебе. А вот хуй тебе, иди отсюда нахуй. По-добру, по-здорову, пока тебя нет, пиздил. Я так думаю, что нам надо будет отодвинуть все-таки этот сейф. Отодвинуть тот сейф. Ой, иди нахуй отсюда, а! Вот по-добру, по-здорову, брат. Ладно, только тронь меня и клянусь, чё? А, ну вот, субтитры пошли хорошие. Хорошо, хорошо. Только я так подозреваю, что тут ловить нам нечего. Ладно, давай. А, ну вот и здесь, ну всё хорошо. Да-да, блядь! Блядь, тупой баран, ты не мог перепрыгнуть через раскладушку ебаную. Бля, я прямо уверен, что нам надо сюда. Вот только как. Да-да-да-да-да-да-да-да. Бежим. А, это чтобы от него уйти, хорошо. Давай, 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 давай. Он же за нами не полезет? Нет, не полез. Так, у меня мало этого, батареек, но я думаю, что нормально все. О, а где же нам ключи найти? Отлично. Мы в каком-то непонятном коридоре, но мы зайдем, наверное, в туалет. Все-таки в туалете должна быть папка. Они же там находятся. Мы почитаем, что там. Ой, не туда. Документы. Прошение о переводе. Так, от Дэвид Анапурна. Это третье прошение о переводе, которое я направляю после того, как не получил ответа на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезное злоупотребление в отношении некоторых пациентов.
Я лично знаю двоих, которых переместили в подвальное отделение. С тех пор их больше никто не видел. Если я не получу ответа и на это письмо, то буду вынужден сложить с себя полномочия и, возможно, выйти на связь с представителями прессы. Спасибо, что уделили мне внимание. Дэвид Анапурна. Мне кажется, после такой записки его... Там это захуярили так. Заменим батарейку. Так, нам тут ничего не остается, как, во-первых, найти батарейку, потому что, типа, у меня скоро это все закончится. Ну и выход только здесь. И, скорее всего, там будет что-то плохое. Но мы крепкие ребята. Да или нет? Или мы не крепкие ребята? Ну, чё тут все как-то это, нет? Вот ключ. Здесь запуска лифта. Иди нахрен! Ну давай, сука! Он там ищет нахуй, мы его наебем. Ты еще не мог тише, блять, это сделать? Тупорылый ты мудак. Ес. Ес. Полегче. Иди отсюда. Да. Давай. Хорошо. В смысле она упала? Фу. Фу, пожалуй, мы закончим на этом. Ссылка на плейлист с игрой в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на все остальные соцсети, которые вы найдете в описании канала. Всем спасибо, всем пока.